Ивановский муниципальный район встречает гостей. В субботу состоялся фестиваль достижений сельского хозяйства и кулинарной мысли. Большой ивановский капустник. Несложно догадаться, какой именно овощ оказался в центре внимания. Ивановский муниципальный район очень богат сельхозпредприятиями и подсобными хозяйствами, которые выращивают капусту. У нас их достаточно большое количество, но это все-таки не самое главное. По всем историческим данным, Ивановский район является родиной зеленых щей. А вы знаете, что зеленые щи вообще на сегодняшний день готовят только в двух областях. Это в Ивановской и в Костромской. Поэтому мы считаем, что зеленые щи – это бренд, должен быть не только Ивановского района, но и всей Ивановской области. В фестивале приняли участие все 11 сельских поселений Ивановского муниципального района. Каждый стенд демонстрирует капустные достижения. Самый большой кочан, самый оригинально украшенный. Для гурманов – пироги, салаты, супы с капустой. Ну и, конечно, щи. Самые вкусные, горячие и аппетитные. Конкурсная комиссия, продегустировав щи каждого сельского поселения, определяет лучший рецепт. Казалось бы, это блюдо очень традиционное, ингредиенты одни и те же, но все щи абсолютно разные. Мы попробовали уже более десятка рецептов приготовления щей. Они все очень-очень разные. Привлечь внимание жюри пытаются все конкурсанты при помощи разных сортов мяса, специй или оригинальной подачи блюда. Но в Подвязновском сельском поселении пошли дальше. Традиционное блюдо дополнили грибами. Есть еще один секрет фирменных подвязновских щей. Щи надо готовить с любовью, вдохновением, чтобы это, ну, без злости. Если готовишь со злостью, у тебя ничего вкуса не будет. А с любовью, с вдохновением, и все будет прекрасно, и все будет вкусно. Конкурсанты из Озерновского сельского поселения в приготовлении своих щей использовали только традиционные ингредиенты. Но их вариант блюда выгодно отличается от конкурентов. А секрет прост. Наши щи готовила самая настоящая русская печка. Если все остальные готовят на газу, в скоробарке, то наши щи самые лучшие, потому что их приготовила русская печка. Кроме сельских поселений, в мастерстве кулинарного обращения с капустой сразились ивановские кафе и рестораны. Получилась неожиданная интерпретация обычных блюд. Угоститься щами и пирогами смог каждый посетитель вкусного фестиваля. А еще принять участие в лотерее и конкурсе на лучшее капустное селфи. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.